Хорошо, хорошо, хорошо. Здорово, здорово, здорово. Силовая тренировка чеховских медведей открывает перед гандбольными болельщиками новые горизонты. Здесь, в берлоге у подмосковной команды, есть то, что обычно скрыто от взоров любителей ручного мяча. Например, конструкция «Крест» — изобретение Владимира Максимова. Угадать ее особенности и функциональное назначение — все равно, что впервые увидеть керлинг. Во-первых, для подвижности, которая нам необходима в защите, и видеть несколько предметов в игровом процессе, потом это перехват мяча, видеть своих и чужих соперников боковым зрением. Игрокам в очной дуэли с замысловатым тренировочным снарядом приходится непросто. Основная работа наша – защитная стойка, то есть не на прямых ногах, а ноги постоянно согнуты, постоянно в движении, постоянно в напряжении. Дальше увлекательный тест на меткость. Мишень диаметром 15 сантиметров при бросках с 9 метров покоряется не сразу. Чем-то напоминает игру в дартс, где попасть в яблочко невероятно сложно. В основном, конечно, надо видеть вратаря и бросить не там, ну, не супер точно, а просто как бы переиграть вратаря. Вот основная задача, тем более у игроков передней линии, у крайних, линейных. Там не важна сила броска, важно именно переиграть вратаря. Теперь, когда тонус игроков достигает своего максимума, наступает время силовой борьбы. И здесь задача каждого выложиться по полной, не дав строгому, но справедливому судье повода для недовольства. Бывает тренировка вот такая подвижность и тренажерный зал совмещенная. Либо если идет игровая часть, потом в какой-то промежуток времени, там 10-15 минут, мы работаем над обыгрышем, то есть и для нападающих, и для защиты работа. То есть да, постоянно какие-то вот силовые действия присутствуют на тренировке. И в самом конце, когда сил почти не осталось, финальный рывок. Спортсмены вступают в бой с деревянной тумбой, развивая прыгучесть, работу стопы и икроножных мышц. Основная нагрузка идет, когда ты спрыгиваешь с тумбы, и надо резко запрыгнуть обратно. То есть это, ну, опять же, голеностоп, икроножные мышцы работают. Главное, чтобы от стремительных взлетов и приземлений не закружилась голова. Очень важно это видеть площадку и понимать игру. Вот, без этого можно там быстро бегать, хорошо там прыгать. Без понимания и игры и видения площадки будет очень тяжело. И так ежедневно, по несколько раз в неделю. Как завещал барон Пьер де Кубертен, быстрее, выше, сильнее.